я тоже хочу купаться. Ты же, когда тапочка мылся, ты так хотел тоже. Садись, садись, давай. Ты давно вообще не чесала. Сэдди, это опасно, вот ты дергаешься, все. Пришли мы с Эдикой с прогулки. Мы сходили по большому кругу, сделали даже два круга больших. Повторюсь, я сейчас стараюсь нагружать и Тафи, и Сэдди, то есть утра гуляю с ними вместе, а вечером у нас получается у каждого такая полноценная длинная прогулка. И я решила, что сегодня пусть будет банный день, и сейчас я Манюньку тоже буду купать в ванне, потому что мне показалось, он так на нее прыгал, что решил, что он тоже хочет быть чистым. Тафенька. Тафенька нас, ну, так встретил и ушел к себе туда под стол. Сейчас купаться будем, да? Ты же хотел купаться? Купаться будем. А, кстати, еще смешно было. Я, когда вышла из ветеринарной клиники, я, наверное, мы пешком пошли, а там достаточно, ну, так, далековато. Не знаю, через 700 метров, наверное, я заметила, что я иду в бахилы. Да, забавно. Раз ванну я еще не мыла, сегодня все, всех искупаем. Нет, еще рано, сначала надо искупаться. Пафи, сиди, там висы. Манюня. Сначала надо помыться. Манюне пофиг. Мне кажется, он просто любит полотенце. Ку-ку. Ты тут уже не грязи налил, да? Ты же, когда тапочка мылся, ты так хотел тоже. Все, наслаждаемся. Вот они процедурами. Здесь у меня шампунь с водой разведен, я так взбалтываю. Что вы скажете? Кайф? Кайфухи? Тафонька боится, что его сейчас еще раз искупают. Ой, ты мой зайчик. Нравится купаться? Ладно, короче, надо отключаться, потому что надо его нормально помыть. Тебе. Я пока мыла его, Тафи почему-то начал поскуливать и такой смотрит и поскуливает. Переживал за Сэдьку. Чё ты за Сэдьку переживал, Тафи? Сэдьку там вообще кайфовал. Полотенце полуживые вообще. Да, Сэдька. Что? И что это за манюня? Стирку все полотенца. Все постираем. Лапоньки вытираем. Да, давайте уже выйдем. Тафенька, иди к нам. Прям за камерой. Ого. Все, Тафенька. Тафенька ушел. Слушайте. Блин, мне сейчас это не снять. Тафи показывает Сэдьке, что надо диван обтираться. Да? Как будто показывать Сэдьке. Ой, мой красавчик, Тафенька, ты такой чистенький. Я сейчас ему еще коготки хочу подстричь, чтобы уже такой прям настоящий банный день у нас был. Так, давай, Мани, пока в стирку не положила, давай, можешь поваляться. Так. С этой коробкой, которую ты сгрыз. Ладно, пока уберу, может пригодится еще. Тафочка готов к процедуре вычесывания и стрижки когтей. Я тебя расчешу. Пушистенько. Ты еще толще стала. Так, Сэдди, ты камеру всю закрываешь.
Так, Сеня. Я тоже его сейчас расчешу, не переживай. Сейчас всех расчешем. Все сделаем. Чтобы я завтра уже нормально пылесосила, помыла полы. Да. Садись, садись, давай. Ты давно ты вообще не чесала. Уже 100 лет. Вот куда ты прячешься? Надо расчесаться, надо. Давай. Давай. Ну, попробуй. Ты там шерсть не съел? Все, ладно. Так, сойдет. Потом, когда высохнешь, нормально тебе завтра уже вычешу. Хорошо вычешу. Он такой кривой. Да ладно тебе, что ты боишься. Да, остались нижние. Стой. Посмотрите, куда спряталась Манюня. Так, надо обувь помыть. Сечка, тебе это все равно предстоит. Даже не думай. Тафонька, молодец. Мне только надо парочку подстричь. Я аккуратно, не как в прошлый раз. Если ты дергаться не будешь, то все пройдет. Без происшествий. Все, Сэдди, это опасно. Вот ты дергаешься, все. Не бойся. Тафонька стоит, тут тоже переживает. Сейчас мамка, не дай бог, как в прошлый раз, тут все кровью зальет. Попку-то расчешу сразу. Все, красавчик. Ой, красавчик. Ой, блин, хотела сейчас порадовать Тафочку, пустить туда в кабинет, чтобы на ковре повалялись. Вспомнила, что Саша тогда не доделал ту люстру, потому что у нас, конечно, были проблемы с инструментом. Вон он лежит, не работает, короче. Короче, мы там без света до сих пор. Поэтому не могу вас пустить. Точнее, пустить-то я смогу, а поснимать не смогу. На ковре будешь валяться, Тафочка? Твое любимое занятие, давай. Ой, ой, как маленький, классно, видите, на это дырка. Ну, вот так вот, молодец, Сетька. Тафонька, ты будешь валяться? М? Не будет. Скромничает что-то.